Ну что ж, всем доброе утро 2 декабря. Да. И начинаем с календаря. Начинает Милана одна, потому что Тимур приболел, он позже откроет. Тимуру 39, с утра пораньше. Проснулись, он говорит, у меня голова просто раскалывается. Я смотрю, он весь красный, щеки красные, горячие. Тебя волосы налипли. Ну, доставай номер 2. Да. Что-то тяжеленькое можно. Ну, давай. Ну, не очень. Ну, давай сюда на стол наш. Что-то хорошенькое. Хорошенькое. Вот здесь боку. А, боку. Маркеры. Ручки, да? Ручки-то. Ручки, да? Угу. Прикольные такие маленькие. Куда угодно поместится. И еще одна большая звезда. Ура. У меня была маленькая, теперь будет больше. Ну, лоб наклеишь? Нет. Ну, где номер 2? Так, вот. А начнем с первого для кисеньки. Ой, какая вкусняшка. Что-то другое покажи сегодня? Да. Ой, какая вкусняшка. Ой, какая. Сейчас распакуем, сейчас. Ну дай с этой пачки по одной каждому. Кисе и булочки. Ой, возьму. И булочки. А это мы на после обеда оставим, да? Ай, вкусно. Кисе вкусно? Кисе больше шума создает, чем кушает, да? На. Да, булка уже все съела. Ну вот, а я чуть-чуть поспала, сейчас пару часиков, так скажем. Вот что сон у меня уже наладился, более-менее. Больше нет такого, что слизь мешает, я просыпаюсь ночью, маюсь. Нет, я сплю более-менее нормально. Тимура сейчас тоже температура сбилась, даже 37 нету. Так что посмотрим, как будет дальше. Рано говорить, что пошел на поправку. Сегодня у Саши день дребедень, да, Сашенька? Только что пришел. Не поверите, дрова пилил, попросили его помочь. Сейчас поедет за машиной. Потом у нас собрание, сегодня не собрание, с Миланиной учительницей у нас беседа сегодня в школе. Через час буквально, ты не успеешь, Саш, наверное. Стоит. Ну, сейчас, ну, должен, по идее, успеть, но только-только. Вот, потом вечером у него заканчивается все хорошо. Вечером у него сегодня на работе елочка. И Дед Мороз. Со снегурочками. И с подарочками? Надеюсь, снегурочками с подарочком. Да. Их шеф каждый год в декабре приглашает в ресторан. Все время в один и тот же. И они с коллегами там гудят. Ты тоже гудеть будешь? Саш. Так, что касается меня, я гудеть не буду. Я себе налила чаек, положила себе бурату и попробую ее съесть. У меня уже была как-то попытка, и мне удалось пару дней назад это сделать. Попробую провернуть снова. Вот она, моя бурата. Я говорю, гудеть сегодня тоже будешь? Гудеть? Да. Свисток не забудь. С коллегами. Так, это как хули. А? Как хули. Адвент календарь открываем. О, точно, я еще не открыла свой. Слушай, знаешь, как думаю? Ну? Надо прежде, чем ты хочешь кофе выпить, да. Сначала задание делать, думала. Да, потом открывать. Так что я пока не буду. Что ну. А что у меня на второй день стоит? Не вижу ничего. Да. Что там? Бицепс. Ну и бицепс. Ну, я могу сегодня сделать. А, орешки? А орешки могу, в принципе, просто так открыть. Ой, блин, сколько календарей, негде развернуться. Сейчас орешки. Это орешки. Угу. Они вроде все одинаковые, да? Только упаковка, там да. Разные. Что за орешки? Так не откроешь их сами. Ногтей нет. Линии, точнее, есть, но почему-то не работают. Миндаль опять чувствую. Да. Миндаль. Соленый только в этот раз. Тот раз был сладкий. А-а-а. Видно? Угу. О, вкусно. Так, какое варенько у меня будет? У меня будет
Номер два, вот он. Я еще не съела, я коллекционирую. Такие прикольные баночки, даже жалко открывать, если честно. Сегодня с малинкой. Почему ты не ешь? Я съем. Нет, я не дам никому. А что ты коллекционируешь? Я Тимуру рассказывала, я сложу в коробочку. Поедем летом в отпуск. Я возьму с собой и буду каждое утро есть завтрак брошен с вареньем. Когда она засахарится. Не переживай за мое варенье. В общем, сегодня у меня, может быть, съем. Ну вот пока вот я не хочу, мне жалко, такие красивые. С чем? С малиной сегодня. Вкусный орешек. Дальше, следующий адвент календарь. Ой. Вот этот вот труднее всего открывается, он прям не выезжает. Но он, кстати, очень вкусно пахнет. Не, Лёд, ты что, орешек не соленый хочешь? Пережуешь? Нет. Слушай, во-первых, он соленый, во-вторых, это орешек. Это вообще не мой формат сейчас. Ну, если пожевать долго, может, ничего. Так, номер два. Булка твой формат, наверное, да? Номер два. La Rose Sauce Repair Balm. На французском написано дальше, я не сильно понимаю. Какой-то, может, для сухой очень кожи крем. Надо будет почитать в интернете. Прикольная, да, баночка? У тебя не сухая. Я тебя намажу. Мне есть кого. Я не знаю. Давай следующий. Номер два. А вот, номер два. Маленький такой. Праймер для глаз под тени, короче. Криолан. Вчера был праймер такой, сегодня такой. Ну, кстати, это хорошая тема. У меня такого именно не было. У меня было от Urban Decay. Хорошо тени держат. Они не осыпаются, и пигмент ярче. Так что это тема. Класс! Да. Не осыпаются. Супер. Супер. Не стебись, пожалуйста. Когда будет осыпаться, уже будет все. И последнее. Куда столько? Так, ну так получилось. Номер 2. Гиалурон, кофеин, ханф. Ханф это, наверное, этот, как его? Конопля, да? Масло конопли. Аугенпфлеге. Короче, для крем для кожи. А просто коноплю нельзя было положить? Он, знаешь, мне вот из всех трех, наверное, уже 2 дня подряд больше тот нравится. А вам какой? Какой тот? Кто? Вот этот вот, вот Bridget Box последний. Мне из всех 2 дней больше всего он понравится. Вот такие мне подарочки. Пора нам лавку открывать с косметикой. А тут еще что-то было. 50 евро. Скидка 25%. На Beauty Love косметику. Сходила я уже на беседу с учительницей. Саша, к сожалению, не успел, поехал за машиной. Но мы с Миланой были вдвоем. Она тоже была. Так все нормально, конечно. Учительница с пониманием, что сейчас Милане нелегко, мамы часто не было дома, сильно ее не грузила. Ну и сказала, что Милана, конечно, больше творческий человек на данный момент. При первой возможности она что-то предпочитает помастерить, порисовать, лишь бы не математика и немецкий. Вы не знаете как? Я говорила, Монтессори в школе. У них же там есть уроки, где ты сам выбираешь, чем ты занимаешься. И у них там целый ящик с заданиями для каждого ребенка, что им нужно сделать. И они делают в своем темпе. Вот она сначала выбирает такие более творческие задания, а потом уже математика и прочее. Что касается рекомендаций в следующую школу. Ей написали реаль. Ну и в принципе я согласна с учительницей. Потому что, ну, до гимназии Милане нужно, конечно, стараться. А мы ее поведем в Гизамтшуле. Это, кто не в курсе, общеобразовательная. А там уже по тому, как она будет стараться, какая у нее будет мотивация, уже будет видно, что она закончит. Все, иду домой. Сейчас пришло время миллионера.
Блин, что это? Прям все в предвкушении. Бабушка пришла. Котлетки будут жарить. Котлетки будут жарить. Бабушка пришла не потому, что котлетки хотела пожарить, а потому что она чувствовала, что сегодня миллион внук вынесет. Да, да, да. Нужно да. поддержать морально. Ладно, сегодня 5000 максимум там можно, да, по-моему? Хватит? 5000 на первое время, что нормально. Выходные. Да, Артём? Угу. Смог бы за выходные 5000 потратить? Нет. Как? Я в тебя верю. Ну, 50. Нет, там, наверное, надо, чтобы совпало, да? Да. Да? Да. То есть, если тут 1-1, там 50-50. Три раза. Три раза? Нет, Drei gleiche Betrag. А-а-а. Чтобы повторить? Три одинаково повторились. Нет, это же близко. Ну, не каждый же день веселиться, да. Ну, ладно. Вообще, мне кажется, что те, которые не выиграли билетики... О, видишь, нет, тут три одинаковые. 50-50. Два раза есть. Те, которые не выиграли билетики, те можно, мне кажется, вот куда-то отправлять тоже на какие-то розыгрыши. Видишь, Артём? Можно потом собрать все и отправить. Или как там? Надо почитать. У него это все праздник жизни. Что ты там грызёшь? Пенсионерские будни продолжаются. Достал аппарат мерить давление. Померишь мне, мам, давление? Раньше были времена, а сейчас явление. Раньше, а сейчас... Раньше поднимался что? Сейчас давление. Давление. Но у меня так ничего не поднималось. А сейчас давление опускается, кстати. Сегодня же было у меня опять утро. Это уже свет, блин. Сейчас расскажу. Электронный этот аппарат, конечно, так себе он. Я думаю, что говно редкостное. Помню, как-то мы мерили Сашей интереса ради. Что-то он показывал каждый раз играючи непонятные цифры. И мы его спрятали далеко. Тут сегодня мама напомнила. Ладно, думаю, достану. Короче, проснулась я сегодня утром. Лежу такая, думаю, надо вставать детей идти. Ой, поднимать. Что-то, знаете, так с этой стороны. Так, немножко цак-цак ногтем. Смотрю, клей немножко отходит. Маленькая грамулечка, полсантиметрика, наверное. Нет. Отдерла вот так вот. И потом пальцем хоп, а там что-то влажное. Смотрю, ну вроде не кровь, но влажное. И опять, короче, как мне плохо стало. Я не знаю, это то ли моя фантазия, то ли чего. Вот мне когда становится плохо, это вот в такие моменты, когда где-то что-то у меня вытащат, отковырнут, где-то что-то пошевелят, рану растеребят. И, короче, мне стало так плохо опять. Я встала, я понимаю, что сейчас Артема не разбужу, школу опоздает. Я кое-как дошла до коридора, громко всем объявила, что всем подъем, собирайтесь сами, маме плохо. Кстати, это работает лучше, но она встала сразу, обычно ее не добудится. Я пошла в большую комнату на диван, легла, ноги кверху задрала и лежу. Думаю, пускай она там циркуляция налаживается. Милана подошла, мне водички принесла, я полежала, но вроде полегчало. Ничего, смотри, такая зелененькая вся. Я вот связываю это вот с этим, не знаю. Может, опять давление упало у меня от стресса, от шока, фиг его знает. Ну, короче, вот так вот. А потом все прошло, и опять как молодая, как новенькая. Вот. Что еще хочу сказать? Завтра у Миланы должен был быть театр выступления. Но оно отменяется, переносится, потому что кто-то у них тоже заболел. Сейчас вирусняк какой-то ходит, ядреный. Все болеют. И, судя по всему, видите, это время адаптации вируса, наверное, долгое, да? Смотрите, Артем был у подруги в воскресенье, не в это, в то. Все воскресенье. А она болела. Он ее навещать ходил. Сам он заболел в четверг, вот представьте. А в четверг они были в Берлине все в одном номере, да, в маленьком. И вот спустя неделю с таким же симптомом, просто с температурой, и вот уже начинает болеть горло, заболел Тимур. Это вирус какой-то. Ну, Артем пару дней, и само все прошло. Я надеюсь, у Тимура тоже. Но мне, конечно, сильно не хотелось бы... Температура, температура, чтобы мне еще горло дополнительно заболело, мне бы сильно не хотелось.
Ладно, как говорится, и это пройдет. Мерим давление. Ладно, померю сама себе, если там батарейка не села. Ой, наверное, я села. Как ему лет в обед. 4 батарейки. И все в разнобой, надо поменять. Села батарейка, говорю, наверное. Достала, не знаю, нормально эти батарейки? Или дети старые сбросали? Это у меня Саша проснулся. Я думаю, тебе нужно открывать адвент-календарь все-таки. Так и быть, мы тебе до субботы простим твои упражнения. Потом отработаешь. В субботу театр отменили. Перенесли на следующую неделю. Выступление? Да. Заболел кто-то? Да. Кто? По полгруппы? Нет, пока кто-то, кто выступает, не знаю. Так что. Так, ну, через неделю кто-то может заболеть. Ну вот я и думаю, нам бы продержаться. Открывай кофе, потому что тебе нужно ехать на елочку, нужно быть бодрым. Я бодр. Давай, посмотрим, что тебе там за кофе попалось. Надо помыться. Так. Сейчас Миланку надо дождаться со школы, и мама ее отведет в театр, а Артем заберет. Короче, у нас все прям так организовано, все так вот заработало. Померишь мне, Саша, Александр, как она там? Я помню, что примерно. Надо не дышать и не пердеть. Нет, иначе ну вот не пердеть очень трудно, он конечно, пару минут. Да. Я знаю, что тебе трудно. Тобой говорю. За себя говори. Надо будет за себя сказать. Это не я. Таня, сказал же, терпи. Это не я. Тихо. Все знают, что это ты. Ну? Да подожди, может, мануал, можно на автоматичку это ставить. Мы не пользовались тобой последний раз в старости. Хорошо, давай поддержим, что будет. Да он не порцует. Как не порцует? Я батарейки поменяла. Может, инструкцию надо посмотреть? Может, не туда вставила? А куда я могла вставить, Саш? А здесь? Что это? Я не знаю, она так было засунута, я не выбирала. Ну, хочешь, поменяй. Это все потому, что ты не... Нет. Короче, давление в норме у меня. Нет у тебя давления. Сдулось. Я замерим, подожди. Вот этот хрюкаешь. Один хрюкает, другой хрюкает. Да, булка. Вот такие девочки у нас дома, красавицы, да? Слабая, 112 наверное. На 64, какой хочешь, короче. Пойдет. Выбирай любое, 0-0. Да. Что еще выберем? Я думаю, батарейка наверное, не работает. Да? Тут же значит, они были уже тоже зачуханные. Тут же моторчик должен качать воздух. Давление. Ну, могла бы показывать, что садится батарейка. Не, да, таблички батарейки не показывают. Ну, был там один момент. А это что тут показывает? Все, короче, я здорова. Ну, давай, кофеек. Кстати, прошлый кофе был вкусный, но я ни хрена не помню, что за капсула была. У нас есть на видео, если что, мы можем посмотреть. Номер 2. Вижу. Бицепс. Видишь бицепс? Похоже, кстати. Американо. Пил. Нет? Такое Американо. Же разве? Нет. Ну, не знаю, было вкусно. А что это было? Это будет прям... Нет, не то, что вчера пил. Я вообще говорю, что такое так, ты пил. Это прям полная кружка будет. Зрители, пересмотрите, напишите мне, что в прошлый раз было. Я не запомнил. Борисца. Ну, было вкусно. Орешки, кстати, тоже были вкусные. Где ты делал эту штуку? Я уже потренировался. Нет, нужно складывать все твои долги в одну кучу. Вот так вот. Понятно? Да. Что, погнали? У нас, оказывается, такие как раз сейчас дома есть. Саша говорит, да. Говно. Один в один. Так, ну, ты покупал? Да, я купил. Ну, как говно? Оно такое, типа, поднатуральное. Короче, по сравнению со вчерашним, не очень, да? Да, ну, вариантов нет. Будем пить, что есть. Один в один. Саша каждый год был в рубашечке. А в этот год сказал, что не хочу. И в пальто. И в туфлях. Все, надоело, не хочу сказал, больше. Хочу свободнее. А с этого он единственный в рубашке был, да, всегда? Наверное, да. Не помню точно. Ну да. Но я как-то очень пафосно выглядел, ну, по сравнению с другими. И это очень неудобно. Когда сидишь в рубашке, вот это вот как-то вот неудобно. Вот так будет гораздо удобнее. Походил сейчас рубашки, померил, ну, правда, заходил снял. Я, правда, в пальто таком, по колено черном, в туфлях.
Это единственное мероприятие, куда Саша пальто надевал, да? Мне кажется, там все могли подумать, что это я шеф. Ой, кофе неплохой получился. Короче, едет в итальянский ресторан Пиноккио. Да. Не знаю, чем шефам так нравится этот ресторан, но все время именно в нем проходят вечеринки. Ну, знаешь, куда приглашают, туда идем, почему бы и нет. Так, поешь там хорошо, за меня тоже. Хорошо. Я скажу, я за жену, и за себя, и, да, и за детей. И Артем же у нас практику проходил, можно и за Артема поесть. В общем, отъемся от пуза, как говорится. Все, целую, всем пока. Увидимся вечером. Давай. Да хорош, хорош. Да что-то не кажется. У Муньки нашего опять поднялась температура. Смотрите. Кеси его лечит. Булочка грустно смотрит. Почти 39,5. В общем, там 39,3 или 4. Дала сейчас сироп. Я надеюсь, скоро полегчает. Да? Грустно смотреть, когда дети болеют. Я думаю, пару дней и будешь в порядке. Так, покажу вам быстренько, что Тимуру попало. Дети уже пошли спать. Мы посмотрели вместе фильмец. Температуру сбили, немножко легче Тимуру стало. В общем, Тимуру сегодня попалась вот такая вот ерунда. У него сил достать и посмотреть хватило, и любопытства, а собрать не хватило. И я как могла собрала сама. Не знаю, правильно, неправильно. В общем, такая какая-то ерунда. Магнитофон, блин, падает. А, видно, Тимур уже здесь что-то делал. И там коробка, и в коробке что-то. А остальное, что было, лишние детали, наверное, не знаю. В общем, что-то непонятно что. Я, кстати, сточила уже все ногти, наконец-то. Давно хотела сделать, руки не доходили. Хожу пару дней так, потом уже переделаю себе, сделаю какие-нибудь другие, не знаю какие. Сейчас пока сидели, смотрели фильм. Мои руки опять лезли чуть-чуть поковырять. Нет, я сильно не ковыряла, я просто немножечко, знаете, так, где клей отходил, там сняла. И вот сейчас выглядит это все вот так. Но частично там еще осталось, видите, не все я еще убрала. Ну, уже получше, конечно. Но тем не менее, бугристое это все, конечно, страшненькое. Шея жутко натянутая, здесь чувствительности никакой. Но, как говорит доктор, нужно время. В клинике мне так и не позвонили. Где остатки? Остатки клея или что это у нас грябало? С клиники мне так и не позвонили насчет облучения. Хоть и сказали, что постараются до конца недели. Я думаю, не буду их дергать. Дам им еще возможность на следующей неделе это сделать. То есть всю неделю буду ждать. Не буду туда ездить, звонить, напоминать. Потому что мне кажется, что облучение все равно не будет так быстро. Но в том плане, что должны же они мне дать немножко времени восстановиться. Ну, я так думаю. Но если в следующей неделе ничего не произойдет, конечно же, уже тогда буду сама у них спрашивать, что да как. Сегодня я все-таки не забыла и позвонила генетику. Назначили мне термин на 20, по-моему, декабря. Они, я думаю, могли и раньше, или в другое время. Они спрашивали, когда я еще пойду в клинику. Может быть, они хотели совместить. Но я сказала, что я не знаю в ближайшее время, когда я там буду. В общем, назначили мне 20 декабря. Сказали, пришлют еще какое-то письмо, там будет подробно описано, где это. Ну, потому что клиника большая, а там будет конкретный путь описан, этаж, кабинет и так далее. Плюс, что мне нужно взять с собой. Из того, что я запомнила, это направление от семейной. И тут я совсем не поняла, почему и зачем. По идее, меня клиника делает вот Лора НХО. Направляют туда, да? Причем тут семейные, я не знаю. Ну, ладно. Пришлют бумагу, там уже по списку буду собирать. Все, друзья. Такой был сегодняшний наш день. Никакой непонятный, да? Все болеем. Все какие-то странные. Один Саша еще до сих пор на тусовке. Надеюсь, ему там весело. Что будет завтра, увидим завтра. С вами прощаемся уже. Всех обнимаю. Всем пока.